尊敬的崔启明大使先生，白俄罗斯国家科学院副会长先生，亚罗科申副部长先生，罗振辉参战先生，刘晓生参战先生，女士们、先生们，下午好。我认为господин посол崔启明，我认为господин заместитель председателя Сергей Антонович, 我认为господин заместитель министра Александр Григорьевич.Уважаемый господин советник Ло Чжан Хуй, уважаемый господин советник Лю Шисун, дамы и господа, добрый день. 我是中国电力工程有限公司的代表，目前我们公司正在维捷布斯克执行水电站项目。Я являюсь представителем компании КНЕКХА, это китайская инженерная компания по энергетике.И на данный момент мы реализуем проект строительства Витебск-ГЭС на реке Западная Двина. 建设丝绸之路经济带是中国国家主席习近平于2013年提出的伟大构想，该构想现在已经是中国国家层面的重要战略决策，中国国家领导人对这一决策实施给予了高度的关注。Масштабный проект строительства экономического пояса шелкового пути был представлен председателем Китая господин Си Цзиньпин в 2013 году. И на данный момент этот проект является одним из самых важных направлений стратегической политики государства Китая. Поэтому руководство КНР тоже уделяет развитию данного проекта очень большое значение.目前正在明斯克市郊如火如荼建设的大型项目中白工业园，就是“一路一带”战略在白俄均具体现直观的体现。而“一带一路”研究中心的成立，将对该战略的发展和实施起到莫大的推动作用。Сейчас в районе Минска строится большой объект, а именно индустриальный парк Великий Камень, является конкретным воплощением этой стратегии. И создание исследовательского центра «Один пояс, один пути» у Республики Беларусь тоже будет активно ускорить реализацию идеи шелкового пути и окажет значительную роль в ее дальнейшем развитии.目前中白关系已经发展到了一个新的阶段和高度，作为中国的国有企业，我们有责任尽自己的能力，用自己的方式促进这一战略的实施。На данный момент китайско-белорусские отношения уже вступили в новый этап развития, и мы как китайская государственная компания нам обязаны всеми силами способствовать развитию и осуществлению стратегии шелкового пути. 在驻华使馆、商战处以及各个白俄友好单位的支持和帮助下，我们公司一定会将维捷布斯克水电站高效、高质量的执行好，争取早日为白俄人民带来清洁能源。При поддержке и содействии посольства Китая в Республике Беларусь.И нашего торгово-экономического отдела и различных соответственных белорусских организаций, наша компания сделает все возможное для эффективной, качественной реализации строительства проекта Витебск ГЭС. Это экологически чистого источника энергии. 同时，我公司也希望可以与白俄的企业展开更进一步的合作，建一个项目，树一座丰碑，交一群朋友。是我们公司的宗旨，希望尽我们的力量把中白友谊巩固和加强。В то же время мы надеемся создать новые виды более тесного сотрудничества с белорусскими компаниями. И у нашей компании есть такой лозунг, это строим объект, возводим монументальное творение, находим новых партнеров.Надеемся всеми силами упрочить и развивать дружественные отношения между нашими странами. 最后，我仅代表中国电力工程有限公司对使馆、商船处对我们公司的大力支持表示衷心的感谢。Напоследок, хотелось бы искренне поблагодарить за содействие и поддержку нашей компании со стороны нашего посольства и торгово-экономического отдела.
祝愿一路一带研究中心越办越好，处进丝绸之路经济带在白俄落地生根，花开满地。Также также пожелать успешной работы исследовательскому центру Антипояс Антипути по продвижению идеи реализации стратегии шокового пути и пожелать процветания и развития белорусско-китайскому индустриальному парку. 祝愿中白工业园项目蒸蒸日上，成为两国友好关系的永久见证。谢谢。И впоследствии стать нерушимой основой для установления дружественных отношений двух стран. Спасибо.